Пригрозил двум полицейским ножом после замечания правильно надеть защитную маску. Инцидент произошел в Каушанах. Как сообщил глава местного управления полиции ИОН «Балкан», 54-летний мужчина стал угрожать ножом двум сотрудникам правоохранительных органов, которые проводили проверку соблюдения мер против коронавируса. Однако до столкновения дело не дошло. Агрессивный гражданин сбежал. Вскоре его задержали. Он добровольно отдал нож. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.